Привет, мои дорогие, меня зовут Саша, канал Душно, забываю периодически об этом напоминать. Вечер, суббота. Я устал как черт, выгляжу как черт, и наверняка заплетаться язык будет как у черта, но такое видео сегодня, которое нельзя снять в другой момент. Ну, сразу скажу, я сегодня сделал шопинг. Купил пару флаконов, и, как вы понимаете, если я не распакую их сейчас прямо на видео, то я их распакую в кровати, и красивой распаковки уже не получится. Поэтому, ну уж какой есть, надеюсь, вам будет интересно. Я не покупал флаконы уже пару месяцев. Не то чтобы это был какой-то осознанный no-buy или low-buy, просто как-то не хотелось. Постоянно прилетали какие-то пробники, какие-то даже флакончики прилетали. И как-то тратить деньги. А, ну и плюс был Новый год. Хоть деньги нужны на подарки, на празднование. Ну и, в общем, как-то легко жил без подарков. Кстати, еще был уверен, что мне традиционно на Новый год подарят флаконы. Но мне в этом году ни одного флакона не подарили на Новый год. Спойлер, я не расстроен по этому поводу, потому что подарки супер, а парфюмы я и сам куплю, но просто это удивительно. Обычно там половина моих подарков на Новый год – это флакончики. Ну вот, и, соответственно, вот уже больше 2 месяцев, а 2 месяца назад я купил себе Бигарат Концентри Маля, самый дорогой для меня флакон. У меня много ниши, но реально денег я отдавал за флакон 10 тысяч максимум. Это вот как раз 30-ка Бигарада Концентри. Ну и все, я как-то успокоился. И тут я с удовольствием поймал на этой неделе желание что-нибудь купить. Причем, честно говоря, непонятно что. Ну то есть, безусловно, у меня есть какие-то такие хотелки, но они все довольно вялые. Не то чтобы среди них есть какие-то, без которых я жить не могу. Ну вот что-то хочется. Хочется нового флакона, хочется вот новых каких-то ароматов. Хочется просто покупать. Мне просто покупать нравится. В этом смысле я, конечно, шопоголик. Такой умеренный, я не покупаю в кредит. Ну там я выберу поесть, чем купить флакон. Но в целом я очень люблю спускать деньги на парфюмерию. Это доставляет мне удовольствие. Ну так что почему нет? И вот когда я поймал вот этот азарт, надо что-то купить, я прям почувствовал, готово. И плюс эта неделя выдалась такая довольно удачная финансово. Удалось себе выделить бюджетик. Я себе сказал, вот тебе 10-ка, иди... Знаете, как детям говорят, вот тебе денежка, иди в магазин, купи, что хочешь. Вот я сам себе так сказал и пошел в трип по 3 магазинам. Я был в Рибгош Цветной, я зашел в новое Золотое Яблоко, которое в центре, и в Молекулу. Ну, спойлер, почти все эти 10 тысяч я потратил, но не залез за этот бюджет, это уже хорошо. И я с вами поделюсь, собственно, чего я купил, расскажу, сколько это стоит. Мне кажется, это любимая моя тема, я удивляюсь, почему не все блогеры как-то называют цены, мне кажется, это интересно. И заодно еще одна моя любимая тема, это халява. Расскажу, сколько пробников где мне надавали. И если как-то останутся силы и энтузиазм, и если там будут, конечно, незнакомые запахи, я пока не супер изучал их, попшикаю их прям в прямом, так сказать, эфире и поделюсь первым впечатлением. Ну что, думаю, что можно приступать к распаковке. Первая моя покупка была совершена в Молекуле. Я туда зашел, хотел купить Greek Lair лютенцевский, причем Greek Lair в гробике у меня есть, а я хотел купить вот в линейке вот, который 100 мл прозрачный флакон. Давно его хочу, мне он нравится, мне они в обеих версиях нравятся, но они правда разные, и тот Greek Lair, который в линейке вот, он намного более легкий и повседневный, а тот Greek Lair, который в гробике, все-таки требует какого-то подхода и настроения, и я бы предпочел иметь оба. И они с того момента, как там закрылся Серж Лютенц, у них же распродажа была, и долго-долго вся эта линейка вот стояла за сотку по 6500. Это хорошая, нормальная цена. В интернете бывает дешевле, но в целом хорошая прям цена. И я все говорил себе, да-да-да, вот будет лишняя шестерка, зайду, куплю. Появилась лишняя шестерка, я захожу, он кончился. Разумеется. Ну, буду вылавливать в интернете. Посмотрел несколько диптик, у меня не было ни одного флакона диптик никогда не мог проникнуться к этой марке. Точнее, у меня был один на заре моего парфманьячества, но я его брал с рук и постоянно мучился ощущением, что он поддельный, так что не считается. Смотрел на вот черносмородиновый аромат, забыл, как он называется, тени над водой или что-то такое.
Удивительно. Каждый раз он для меня звучит по-разному. Я попробовал и туалетку, и парфюмерную. Что-то не понял, не впечатлил он меня. Пару каких-то еще попробовал, все фигня. И мне не нравятся флаконы. Мне нравятся те флаконы, которые у них были раньше. Квадратные, простые, с красивыми наклейками. А вот эта, ну, пластиковая какая-то конструкция круглая, мне не нравится. Да бог с ним. И дальше девушки предложили мне познакомиться с Вильгельм Парфюмери, с каким-то ароматом. Я, по-моему, в прошлом видео вам рассказывал, как я не люблю этот бренд. Искренне не люблю. У меня перебывало, ну, не знаю, 6-7 пробников. Единственное, которое я сносил до конца, это Манго Скин. И то я не бог весть какой фанат, а все остальное, ну, просто какая-то ужасная ерундистика. Понамешано всего, такие не очень носибельные. Как бы такая затейливая ниша. Ну, знаете, бывает сложный аромат такой замороченный, и ты чувствуешь там какую-то идею, носить не можешь, но типа круто. А здесь нет, просто какая-то фигня. Но мне сотки их не нравятся, вот эти шайбы, мне кажется, они какие-то нелепые. Но мне всегда, я как завороженный, наблюдал за их мини-форматом 18-миллилитровым. И мне всегда хотелось какой-нибудь один поставить на полку. Но они, надо сказать, что эти 18 миллилитров тоже стоят недешево. Они стоят типа 8 тысяч, что ли, за 18 миллилитров. Ну, туалетки, от которой я не в восторге, это переборчик для меня. И что-то черт дернуло меня спросить про эти 18 миллилитров, сколько они стоят. И там какая-то девочка, как, мне кажется, она стажерка новенькая, пошла, что-то долго копалась и такая, типа, 3600. Я такой, в смысле? За 3600 можно и на полку просто поставить. Ну и, короче, оказалось, что они чего-то там перевыпустили, и на старое издание 18 мл сейчас скидка 50%. Там буквально 4 аромата или 5, и почти все из них мне не подошли. Они, ну там вот этот жасмин, ну, я не люблю такое, еще что-то цветочное. Но один мне подошел, и я сейчас покажу вам какой. Классные пакетики у них. Конечно, всегда, когда покупаешь молекулы, возникает ощущение... Сейчас я достану, чтобы не шуршать параллельно. Возникает ощущение праздника. Ну, какой-то дорогой покупки, что вы сходили в какой-то такой дорогой магазин. При том, что цены там такие же, как и в любом парфюмерном. Сколько раз я там брал какие-то небольшие флаконы там, до 5000. Но вот все равно какое-то настроение сдает. Они... Вот эту бумажку, которую они тебе кладут, они ее пшикают каким-то классным парфюмом, и на подарок это все классно. Короче, люблю. Вообще сервис молекуля огонь. Но давайте, я что-то сбивчиво немножко рассказываю, давайте я уже расскажу, что я купил. Я купил Purple Fig, пурпурный инжир. Я так понимаю, что это не очень популярный их аромат, я про него вообще никогда ничего не слышал. Ну и сами девочки, когда мне его предлагали, ну так как-то скептически, они меня уговаривали взять другой, Velvet Haze, или... ну что-то такое. Вот, ну он мне показался, там такие ягоды красные, а я это не люблю, меня это утомляет, поэтому я остановился на Purple Fig, хотя он действительно простоватый, такой, ну не какой-то затейливый, но может быть это и хорошо, может быть я хотя бы его носить буду. Итак, во-первых, коробочка огонь, выдвигается. Вот так. И здесь вот у нас вот такая красота. Очень красивый флакон, витиеватый. О, на магните. Класс, обожаю магнитные штуки. Сейчас буду вам про него рассказывать, потому что, если честно, я там был как-то налетом, все, миллион бумажек. И, короче, это самая моя нелепая покупка, ну, в том смысле, что я все-таки стараюсь разнашивать ароматы. Здесь я просто решил все. Задача потратить деньги, 18-миллилитровые флакончики мне нравятся, надо выбрать. Ну и вот, в общем-то, из двух я выбирал, при том, что я до этого уже зашел в Ривгош, у меня все руки запшиканы, я все искал место, куда там напшикать, девочки предложили на пальцы, я до этого не додумывался, и в итоге я вышел на улицу, там, как мартышка, стоял, изучал, вот, и остановился на нем. Я его несколько раз уже нюхал, и каждый раз он мне звучит абсолютно по-разному. Я здесь открыл его пирамиду. Верхние ноты написаны ангелика, лист черной смородины и лимон. Ну, и мне кажется, я чувствую здесь ангелику, действительно. Я люблю эту ноту. И в сердце уже будет инжир. И вот я не пойму, мне в некоторые подходы кажется, что инжир этот такой скорее зеленый, и тогда вообще супер.
Но в какой-то момент я ехал в метро, начал нюхать это место, и там такое было какое-то что-то такое сладко-спелое, и я немножко испугался, что он уходит в такую сладость. Но бог с ним, у меня не так много сладких ароматов, так что пусть будет. Но пока скорее горький. Блин, что-то так мне напоминает, он ужасно. Какой-то Элда, что ли? Ладно, не вспомню, сейчас не буду себя мучить. Но, короче, пусть у меня... Надо Саше поиграться, пусть вот этот флакончик у меня будет. В конце концов, ну, надоест, продам. Цена действительно классная. А цену я, кстати... Ха-ха, обещал вам точно называть цену, и чек куда-то похерил. Ну, что-то типа 3900, на самом деле, правда, для этого бренда, который, в принципе, по определению, мне кажется, незаслуженно дорогой, но это классная цена, так что я доволен. Быстренько пробежимся по пробничкам, которые они положили. Молекула всегда славится шикарными пробниками, я их люблю в рейтинге антижлобов, они у меня... делят первое место с Космотекой. Оба магазина, никогда ты не уйдешь без пробников, их не надо выпрашивать. И, ну нет, пожалуй, Молекула на первом месте, потому что я смотрю, ну реально они очень щедры. Давайте посмотрим. Так, мне положили Байреда, Gypsy Water. Байреда бренд, кстати, к которому я все не могу тоже подобраться. Я кучу всего пробовал, у меня никогда не было флакона. Мне не очень нравятся их флаконы. Они какие-то, мне кажется, дешеватые, некрасивые. Я понимаю, что это такой вот скандинавский минимализм, но как-то вот не знаю. Прям. Да. Вот, но несколько их пробников мне очень нравятся. Мне нравится их Oud. Я забыл, как он называется. Аккорд Oud. Очень классный. И еще что-то мне нравится. Мне нравится их Роза. Rose of No Man World, что-то такое. Вот, короче, посмотрим. Ну, не буду сейчас, пожалуй, брызгать. Это первый. Второй мне дали Вильгельм Парфюмерии The Oud Affair. Тоже не знаю. Мне дали какой-то плевочек крема. Или, нет, маски какой-то от iSoap, дорогого бренда уходового. Так, мне положили Крит. Посмотрим, что за Крит. Гималая. Кстати, Крит тоже марка, с которой я вообще не знаком. У меня у знакомого есть Крит Aventus Cologne. Я не уверен, что настоящий. Я как-то... Он говорит настоящий, но я почему-то сомневаюсь. Ну, короче, неважно. Наверное, даже если он не настоящий, он похож к настоящему. Он очень-очень классно пахнет. Я знаю, что Aventus это такой немножко моветон, но вот Cologne мне прям очень понравился. Блин, ну не за такие бабки. Так. Странно, что здесь он нигде вообще не подписан. Просто какая-то бумажка. Видимо, универсальная для всех. Гималая, да. Ну, что-то не пойму, какой-то фужерный вроде бы мужской, по ощущениям, свеженький. Вот я помню таким старый какой-то классический люкс мужской, который выходил. Я, причем сейчас он у меня абстрактно в голове, я не назову вам какой-то. Но вот еще до парфюмерной эпохи, я помню, когда я заходил еще ребенком в какой-нибудь Арбат Престиж и что-нибудь своими ручонками тянулся за флаконами, что-то брызгал, и мне все пахло дорого и красиво и богато. Вот он куда-то меня относит в то время. Ну ладно, не буду сильно сейчас обезьянничать, я еще уставший, у меня нос, мне кажется, почти не работает, поэтому не буду делиться впечатлениями. Что сказал, то и сказал. Остальные пробники не буду разнашивать. Так, и последний еще один пробник, это Фло... Я не знаю этот бренд, я где-то он мне попадался визуально, но не знаю. Флорайку. Флорайку Paris. The Dark Side of Flowers. Ну, окей, вообще... One Umbrella for Two называется он. Такое романтичненькое название. Ну, ничего не знаю, но это тоже, очевидно, ниша. Короче, Молекула, такие вы крутые. А, кстати, и консультанты тоже классные. Я еще, когда был, я зашел, какой-то парень вышел, и все это время я был один. И они, как три грации вокруг меня, предлагали свои любимые парфюмы, так ненавязчиво общались. И сервис — это страшно важно. Вот вы дарите подарочки... Я шнур уже второй раз задеваю. Или просто вежливо общаетесь. И вот на меня точно это работает. Мне сразу хочется что-нибудь купить хотя бы недорогое.
прийти еще. У меня реально были моменты, когда я в молекулу приходил и просто что-нибудь недорогое выбирал, потому что я знал, что мне еще дадут пробнички, и в итоге у меня будет миллион ароматов, и будет классно. Будьте как молекула. Не знаю, к кому я обращаюсь. Не уверен, что владельцы магазинов парфюмерных меня смотрят пока. Вот, но вот это подкупает. Молекулу обожаю. Всем советую. Потом я зашел в «Золотое яблоко». Ничего там не купил, поэтому долго останавливаться не буду. Но классный, вот, который на Трубной открылся магазин. Во-первых, он очень большой, очень просторный. Много консультантов, которые замечают тебя. Возможно, потому что мало народу. Потому что в другом «Золотом яблоке», я не знаю, может, они как-то... Я не попадаю в целевую аудиторию, что ли. Может быть, потому что я не женщина в мехах. Но ко мне никто не подходит. Я чувствую себя каким-то обоссанышем. Ну, потому что буквально, если мне нужен продавец, мне просто надо ловить его и как-то приковывать его внимание к себе. Здесь сразу несколько человек подошло, вежливый. И что мне очень нравится в консультантах, когда тебе предлагают что-нибудь попробовать, что-нибудь рассказывают, но при этом на лице нету скорби от того, что ты ничего не купишь. Вот здесь, может быть, они пока все такие не уставшие. Вот там по центру, ну, понятно, ниша, люкс, косметика, по центру какое-то место, где мейкаперы что-то делают. Мне кажется, там был какой-то известный блогер. Мне кажется, это был, есть такой Синяк. Или я путаю. Короче, какой-то примелькавшийся такой весь накрашенный был парень смешной. И какие-то куча сыкушек его фотографировали. Было очень, ну, как-то прикольно. Так и не скажешь, что в гомофобной стране живем. Сам магазин классный. Но что-то я там походил. А, понравился русский бренд. Я про него слышал. Фокасима, я не знаю, как произносится. Много кто его про него говорит. Я так понимаю, что создатели этого бренда так активно как тусуются, потому что постоянно где-то я вижу упоминания. Ну и правда очень круто сделано. Классные флаконы, классные парфюмы. Ну я так очень бегло познакомился. Может быть, как-нибудь стоит побольше времени на них потратить. Так что поздравляю вас всех, москвичей, с появлением «Золотого яблока» в центре. Пока там очень мало народу, даже по сравнению с «Ревгошем». Это круто. Хорошо, что «Золотое яблоко» есть. Это хороший магазин. Ну и завершил я свой поход там же, где я начал, в «Ревгоше». Мне тоже очень понравилась консультант там. Девушка, она, я так понимаю, в рамках «Ревгоша» есть отдел косметики, и девушка за него отвечает. Я присматриваю один парфюм в косметике, пока не буду говорить какой, я почти уверен, что я его куплю. Я его в сотый раз зашел побрызгать, а заодно решил обратить внимание на бренд «Histoire de Parfum». Не знаю, как-то это тоже бренд немножко мимо меня. Я вроде постоянно что-то пробую, но так много ароматов, и они, ну, все как-то пронумерованы, посвящены кому-то, я не знаю, они почему-то для меня все сливаются в один. А для меня, если у марки слишком много ароматов, и я как-то не могу их дифференцировать, то мне прям трудно к ней подойти. Но с этим можно справиться, если начать по одному, по чуть-чуть знакомиться с ароматами. Вот, и эта девушка была такая приятная и такая вежливая.